Усім доброй раніцы, 25 травня. Маленькая плантация жимолостей «Восторг». Сорт бахчарской селекции. Производителем заявлен как среднего срока созревания на моих барановических условиях с непонятной весной. Все сроки созревания сбиваются в одну кучу, и практически все сорта зреют одновременно, и ранние, и средние, и поздние. Кустам идет четвертый год, первый год они росли в кассетах, второй год в пол-литровых контейнерах, и весной прошлого года всех недорослей и всю некондицию я посадил на доращивание грунт. Все побеги, которые наросли за апрель-май прошлого года, в июне я очень жестко постриг на черенки. В результате ягод в этом году сравнительно немного, но в принципе это не ягодная плантация, а маточная, поэтому пострижка ее идет совсем по-другому. Сегодня я имею приросты 30-50-60 сантиметров, и их очень много. Ягода «Восторга» крупная и очень крупная, с плотным таким сизым восковым налетом. На вкус чувствуется кислинка, приятная такая кислинка. Но чтобы в полной мере почувствовать вкус ягоды, нужно дождаться полного его созревания. Вот на кусту они кажутся уже синие, сизые, созревшие. На самом деле, когда начинаешь срывать, где-то бочок еще не дозрел. Ну и на вкус ягода еще чувствуется, не набрала сладости. Плюс ко всему, кустики еще молодые, и корневая система слабовата пока. Очень хороший промышленный сорт жимолости. Восторг.